Приехала воровачка, замена сальников у него. Решили мы проверить уровень масла. Давай еще раз. Вот щупу. Ну, он черный сам по себе просто. Только-только прям приехал. Вот щуп, масла вообще нет. Он марает его и все. Ну, антифриз. И антифриза тоже в радиаторе отсутствует. Ну-ка. Что у нас с антифризой? Ты открывал, да, его уже? А там пустота от слова совсем, вообще ничего нет. Здорово! У нас в масле свеча, то есть он, блин, маслом поднимает давление. В каком у нас состоянии свечка? Ну вот прям снизу вся в масле, но она не должна быть такой. В каком состоянии у нас здесь все находится? В чистом виде. Стоп. Четвертая свеча тоже у нас. Будем? Давай. Стоп. Вот она, пятая свеча. Она прям поднимается, в смысле масло просто. Стоп! На нем. А это у нас сцепление. Ох, ёп, парный бабай. Ром, а тапочки чьи? Твои, наверное, будут. Капец. Это у нас. Там что, пружина валяется? А, да, нет, она это... как-то это. Вот от корзины. Ну да, она как-то криво стоит, слышишь? Или снимает уже. Так, демонтировали шкив, вытащили сальник. Завтра будем устанавливать. Так, демонтировали мы коробку. Какого у нас состояния диск? Вылетела пружина. Ну, еще побегает. Можно продать, как был. На скотч посадить. Ага, так. В корзине, блин. Ну да, тут все мокро. Какой у нас маховичок. Конечно, я его колову, ебать. Чтоб не было чуть-чуть. Здесь у нас все в масле, в мазуте. С этой стороны то же самое. Сальничек тоже у нас бежит. Коренной. Так же, как и лобовинный. Все будет под замену. Так. Вот мыли. Заменили сцепление, отцентровали диск. Все отмыли, очистили. Здесь тоже заменили, получается. Подшипничек, шланчик. Все моменты были сделаны. Сейчас будем внедрять. Установили мы коробочку. Все поставили, все притянули. Сейчас устанавливаем ремни. Натягиваем их. Идет установка сальника. Что выставили? У меня бедовенько, конечно. Сломалась часть, где диска должна быть. Но выставили по распредвалу. Вот она меточка. Сейчас будем регулировать клапана. Это 6HH1. Как они здесь регулируются? Мы регулируем 1, 2, 3, 4, 5 мы пропускаем. 6, 7, 8, 9 пропускаем. И 10. Потом, соответственно, оборот 360 градусов. И регулируем 4, 5, 8, 9, 11, 12. Зазор все так же 0,40. Отмыли у него
крышечку клапанную. Так чуть получше стало выглядеть. Сюда уже диффузор. Приступим к замене пальцев рессор по переду и по заду. Так, одной гайки у нас нижней вообще не было, она отсутствовала, к сожалению. Верхняя и была. Вот, он только открутили ее. Демонтировали мы рессору. Такая у нас серьга. А мука у нас вообще тут в идеальном состоянии. Пальцы у нас тоже все убитые. Амортизатор. Вот такой. С той стороны тоже менять. Справа передние рессоры мы закончили. Перевели втулочки, заменили пальцы. Сейчас поставим стремяночки. Соберем все, затянем и будем вторую сторону раскидывать. Почистили резьбу на стремяночках. Проходим резьбу на гаечках, чтобы получше затягивалось. Демонтировали вторую рессору. В принципе, здесь все то же самое. С пальцами стремяночки мы уже прошли тоже. Подзачистили резьбу. Так. Вороваечка. Скинули рессоры задние. Рессоры под замену. Соответственно, пальцы под замену. Приварили ему держатели для брызговиков. Перебрали уже рессору одну пачку. Передернули рессору одну пачку. Сейчас перезатягиваем. Приступили к установке рессоры. Сейчас будем попадать палец. Потом придется немного толкать мост, чтобы попасть. Сейчас протягиваем. Так, установили мы рессоры со второй стороны. Поставили. Прошприцевали все. Приварили ему держатели под брызговики. Все собрано. Все прошприцовано. Передок тоже собран. Все прошприцовано. Ну, собрали мы его. Вот смотри, как он, блядь, дымит. Он умирает. Ну все.